Улиточная ферма. Сделана на основе компостной ямы. Вообще здесь чего только не было. Здесь был какой-то планктонарий с выводом воды в эту емкость через лоток. Далее по трубе, которая идет под землей, вон в тот бассейн. Теперь это улиточник, улиточная ферма. Сделана она из 4 секций. Общая длина 13 метров, ширина около метра. Здесь самая глубокая емкость. Пока больше для себя, для еды. Вот их комбикормик лежит, свежо насыпанный. Вот следующий отсек. Вот они едят комбикорм. Прекрасно едят лопух. Основная активность их начинается ночью, когда темно, когда они слезают со стен и начинают питаться тем, что мы им даем. Конский щавель, лопух, ну, любая пашеная трава, которая есть у нас в хозяйстве. Вот они сидят на конском щавеле. Смотрим. Поднимать страшно. Ага, так. Что остается от листьев конского щавеля? Тут ты наш слизень сидит. Вот объеденный лист конского щавеля. Эксперимент улиток. Вот это лопуха. Я думаю, что они куры съедят. Этих надо сбросить. Очень осторожно, чтобы не оторвать тельце от панциря. Ну-ка, иди сюда, барышня. Это кто ты?
эту дамочку или мальчика. Белов родителей взять. Задаем. Опускаем. Примыкание есть? Есть примыкание. Не вылезет. Но у них свойство или особенность проникать в любые мельчайшие отверстия. Вот тут стоит заплатка. Вот тут заплатка. Вот еще две, четыре. Того у нас пока раз, два, три, четыре, пять заплаток.